Здравствуйте, уважаемые члены жюри. В прошлый раз ваша поддержка помогла мне поверить в себя и пройти финал. И я надеюсь, что эта песня тоже принесет мне удачу. Но выглядит она, конечно, бомбически. Бомбически. Так она сразу подкупается. Она выглядит на 99 баллов. Модель, просто модель. Такая не кривляка, да, ничего из себя не строит. Такая она молодец, конечно. Шикарно, главное, что она так заспела. На старт, внимание! Спасибо. Голоса. Как все неожиданно, да, Зале? Ну, слово все-таки дам лидеру сотни сначала. Да, я начну. Я начну с позитива, потому что это очень позитивное было выступление. Вы вновь нас порадовали. Вы вновь первая. В прошлый раз, когда вы выходили в отборочном туре, вы выступали под номером один и просидели всю дорогу на первом месте. Сегодня ситуация другая. Сегодня 17 сильнейших исполнителей. Поэтому сегодня не будет никому легко добиться высоких результатов. Подожди, уверен. Что с тобой, а? Что? Ну вообще, другой хорошо? Человек. Другой да. Человек? Ой, сегодня вы набрали всего лишь 52 нет, голоса, ну, не расстраивайтесь. Нет, потому что, во-первых, выступление было классное, песня сложнейшая, но вы абсолютно как оригинал ее спели, понимаете? В том плане, что так же классно, так же здорово, уверенно, артистично и вокально. Все классно, спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, спасибо после того, как ты спел сегодня, у тебя в душе отлегло, ты понял, как там тяжело. Да! Все классно, все отлично. А если вам поставили 52 голоса, да, фиг с ними. Нет, на самом деле, могу сказать, конечно, безусловно, все меняется, когда ты там споешь перед сотней. Конечно, я буду, наверное, сегодня добряком, но, по крайней мере, ваше выступление я расцениваю как я очень... Я с тобой не буду скандалить. Хочешь по-другому? Ну, так лучше, потому что хотя бы тогда я могу спросить королеву русской песни. Надежда, вы сегодня это направо махну, попаду в глаз Марселю, налево махну Сергея, обниму. Вы знаете что, я, конечно, не... Ас в английских песнях. Ну, это не важно. Я хочу сказать, что просто это профессионально и очень даже хорошо. Подождите. Ну, не сразу. Может быть, еще вы самые первые будете. Мы непредсказуемые. Спасибо вам. Чувствуется, что сегодня у сотни финальный сбор такой. Они уже и понимают, да, что все закончится. Рукопашно будет. А вот интересно, и Терри.
сидим, да. Что-то не понравилось. Сегодня настолько сильные вокалисты, и уровень должен быть просто фантастический. Поэтому сегодня я настроен так, что вот неточности, я буду их для себя отмечать, потому что все, абсолютно все финалисты достойны миллиона рублей. Спасибо большое. В любом случае, наши аплодисменты. И Азалия проходит тройку лидеров и занимает первое место. Но держать эту позицию до самого конца будет непросто. Продолжим битву за кубок. Ну-ка, все вместе!